day I see you. My hands were made for you, and you always gave me stress-free point of view. Pick you up after school, Mr. Magic. You have misery blue without my green. All the songs I'm there when you're next to me. Hey, 'cause you come naturally, Mr. Magic. Take a token, Mr. Magic. I'm a love, love, love. See you through the smoke. Браво! Это было просто волшебно, друзья мои. Я приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Это наша первая встреча в этом году. Так что здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! На календаре 17 января, четверг. И знаете, у меня для вас очень хорошая новость. Теперь каждый четверг к нам в гости в студию программы «Добрый вечер, Гомель» будут приходить талантливые, интересные, яркие артисты, которые будут нам с вами дарить свое творчество и, конечно же, хорошее настроение. И вы знаете, сегодня у меня в гостях огромная команда артистов, которых я жду с особым трепетом и волнением. Давайте их встречать, готовьте ваши ладошки. Музыкальная студия «Драйв», художественный руководитель Андрей Васильев. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, Андрей. Привет, Саша. Я единственное, что могу сейчас описать мое состояние, это было просто вот магически, волшебно, по-зимнему, где-то даже по-рождественскому, по-новогоднему. Давайте еще раз искупаем в аплодисментах этих потрясающих музыкантов. Спасибо. Знаком, кто эти ребята. Ну, давай поименно. Да, здесь как сейчас зовут? Очень много, но я, наверное, начну представлять, вот кто первый выступал. В особом представлении уже, конечно, не нуждается этот коллектив. Это группа Wasabi Jazz Band. Wasabi Jazz Band. Которой я уже посвятил очень много лет своей жизни за таким вот интересным инструментом перкуссионный, который называется кахон. Играет на нем у нас Дмитрий Рогов. За электропиано у нас Владислав Яцкевич.
саксофон Алексей Осипов. И девушка, ну, и наша прекрасная леди блюз, леди джаз Стефания Хрущева. Стефания, здравствуйте, ребята. Я знаю, что студия Drive — это не только Wasabi Jazz Band. Кстати, мы их сегодня вечером еще услышим. Расскажи, что же на самом деле сегодня собой представляет студия Drive? Студия Drive. Собственно говоря, мы сегодня собрались, чтобы поговорить об этом, услышать в полном объеме, насколько позволят эфирные просторы. Нам очень приятно, Саша, огромное спасибо, что пригласили нас. Мы так, нам очень нравится приходить к вам сюда, очень любим вашу студию. Поверьте, это взаимно. Да, нас очень любим приходить к вам и играть. Что такое студия Drive сейчас? Это объединение многих музыкантов. Тех музыкантов, которые любят творчество, которые любят сочинять, которые любят аранжировать, те люди, которые хотят научиться играть профессионально на музыкальных инструментах, все тянутся к нам. Мы организовываем очень много концертов интересных, и все музыканты, которых я приглашаю, с огромным удовольствием принимают участие в наших концертах. И сегодня сюда пришли вместе с нами друзья нашей студии. Здесь не только ученики, вот здесь и ученики, и ансамбль Wasabi Jazz Band, которому посвятил уже, наверное, около лет 12-15. И наши друзья студии, и воспитанники, которые ходят ко мне уже, наверное, лет с 14, там, с 12, которым уже сейчас по 21, по 22 года. Слушай, а вот как люди узнают, что нужно прийти именно к вам, ощутить этот музыкальный драйв и внести что-то свое, сказать свое слово, свою ноту сыграть именно через вашу студию? Я думаю, что это, наверное, знаешь, это тоже какая-то своеобразная магия. Наверное, да. Я думаю, что это все наши концерты. Все вот после каждого концерта начинают люди звонить, писать в соцсетях, где можно научиться, как принять участие в ваших концертах. И мы начинаем сотрудничать, взаимодействовать. Секундочку, важная информация для наших зрителей. Напомню, совершенно забыл вам напомнить, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира нашей студии внизу на ваших экранах. Все наши координаты. Также не забывайте, что наш Viber также готов принимать ваши сообщения, ваши мессенджеры, ваши послания, поэтому пишите, звоните, будем общаться, задавайте любые вопросы и Андрею Васильеву, и любому из музыкантов, который имеет отношение к студии Drive. Я думаю, нам сегодня вечером будет о чем поговорить. И, кстати, наша встреча сегодня не случайна. Я не зря выбрал именно этот четверг, именно 17 число, потому что уже в эту субботу, 19 числа, вы дадите большой рождественский концерт. Да, это наша традиционная... По городу уже много афиш, и в том же самом парке, и вся информация есть о вашем концерте. Рассказывай подробнее. Рождественские импровизации проходят во дворце Румянцевых и Паскевичах в Белой гостиной. Концерт, который мы уже даем, подскажите мне, ребят, наверное, лет 7 или 8. Секунду. Оставим это на потом. На потом. Да, уже очень много лет мы этот концерт ежегодно проводим. Даже были такие года, когда у нас не получалось по каким-то причинам его проводить, но по многочисленным просьбам наших поклонников, нашего творчества, мы не могли не провести концерт. Да, просто это... звезды складывались таким образом, что... Нас вдохновляло это, и мы продолжали делать. И вот столько лет подряд мы проводим концерт, куда я приглашаю замечательных гомельских музыкантов. Билеты продаются уже за 2 недели, тяжело попасть на концерт, потому что билеты за 2 недели все уходят. Я просто узнавал в кассах. В кассах уже билетов нет. Уже за неделю, да, билетов. Для поклонников, к сожалению, с другой стороны, к счастью. Жалко, что небольшой зал, много не вмещает, там около 150, наверное, мест. А хорошо, вообще, вот сама идея рождественских импровизаций, она как возникла? Нас пригласил когда-то, вот далеко, дворец Румянцевых и Паскевича пригласил выступить, вот каким-то образом они где-то нас услышали, увидели и пригласили джазовый коллектив выступить. И, в общем, это как-то вот уже превратилось в традицию. Это наше обязательное мероприятие, обязательный концерт, который мы планируем уже в начале года, планируем его, готовимся к нему заранее, и мы знаем, что мы его будем проводить вот обязательно. Взять само название «Рождественские импровизации». Я могу предположить, что репертуар также
имеет отношение к каким-то новогодним рождественским песням? Или это было бы слишком просто? Ну, нет, почему? Мы исполняем, конечно, какие-то рождественские композиции, но в основном это все-таки джазовая музыка, и упор у нас именно на слово импровизации, потому что джазовая музыка без импровизации, это, конечно, не может быть. Так что все, кто любит джазовую музыку, кто вот увлекается именно импровизационным искусством, будет на что посмотреть. У меня вопрос для наших зрителей есть. Я думаю, что каждый захочет стать обладателем вот этого замечательного подарочного сертификата на одно занятие в музыкальной школе студии Drive. Друзья, кому-то из вас достанется этот волшебный сертификат, но мне просто так нужно позвонить к нам в студию, уточняю, не Viber написать, а именно позвонить к нам в студию и ответить на достаточно простой, но очень интересный вопрос. А где же состоялись первые рождественские импровизации от студии Андрея Васильева Drive? Звоните, предлагайте ваши варианты, возможно, вы станете победителем. Ну, победитель получит приз, как я уже показал, это замечательный сертификат. Ну и пока наши зрители дозваниваются. И, кстати, скажу, что небольшая подсказка уже прозвучала во время этой беседы, которая прошла от начала эфира. Что следующее прозвучит в нашем эфире? Следующую композицию исполнит также Wasabi Jazz Band. Давайте их поприветствуем аплодисментами. Немного о композиции. Что ребята исполнят? А я вот сам, честно говоря, даже не знаю, что ребята приготовили. Для меня это будет таким же сюрпризом. Я с огромным удовольствием сейчас давайте послушаю, сюрприз, что, и, ну, если что для руководителя исполнят студии, то и для меня, и для наших зрителей. Давайте. Песенка Антонио Карлоса Жобима. Half past 3 when your eyes met mine, it was eternity.
Savage Jazz Band, эти аплодисменты вам. Спасибо вам за вашу музыку, за ваше творчество. Это просто волшебно. У меня нет слов, чтобы описать мой восторг. Еще раз аплодисменты вам. Ты знаешь, Андрей, вот давно у меня не было такого чувства, что хочется задать миллион вопросов в одну секунду. И о том, и о том, и о том хочется спросить. Но я пока что напомню о том, что есть у меня в руках сертификат, на подарочный сертификат на одно занятие в музыкальной школе-студии Drive, но его получит тот, кто правильно ответит на вопрос, где же состоялись первые рождественские импровизации. Мне подсказывают, есть у нас тот, кто дозвонился, наш телезритель. Давайте послушаем. Алло, здрасте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Любите музыку? Нейтрально к ней отношусь. А на гитаре не любите фанат. Играть? Люблю, когда кто-то играет. Ага. А какой ваш любимый музыкальный инструмент? Саксофон. Саксофон. Аплодисменты нашему саксофонисту. Вы знаете, вопрос у меня следующий. Где же состоялись первые рождественские импровизации в нашем городе? Возможно, вы знаете ответ. Если мне не изменяет память, это было в 2011 году во дворце Румянцева-Подскевичев в белой гостиной. По-моему, так. Андрей, насколько верен этот ответ? Совершенно правильно. И даже назвали правильно, Наталья даже назвала правильно год. Так что совершенно эти правильно. Аплодисменты вам. Может быть, были на концерте? Наталья, вы были, может быть, на том концерте? Я не была. Наверное, скорее всего, что я видела где-то афишу, и вот что-то мне как-то запомнилось. А говорите, что нейтрально относитесь к музыке. А на музыкальной этой афише обращаете внимание? Конечно, как любой человек. Мы поздравляем вас. Этот сертификат на одно занятие в музыкальной школе-студии Drive достается вам. Кстати, гитаристы в семье есть или среди друзей, знакомых? Подсказывают мне, что Наталья с нами уже не на прямой линии. Наталья, в любом случае, оставьте ваш номер телефона, и наши редакторы расскажут, где и как вы заберете этот замечательный сертификат. Еще раз давайте поаплодируем нашей телезрительнице. Причем можно добавить, что можно на любом инструменте. Мы можем попробовать и на барабанах, и на фортепиано, и на гитаре, на любом инструменте. То есть за час мы даже успеем... Гитара, бас-гитара, фоно, да. Ударная установка, перкуссии, теория импровизации. Да, человек сможет попробовать на всем и что выбрать... Что такое теория? Теория — это музыкальная теория, это знание аккордов, как вот из чего строится, какой аккорд за каким может идти, какие гаммы играть... Послушай, откуда такие знания? Во сколько лет ты вообще сам взял музыкальный инструмент и начал увлекаться музыкой? Очень давно. Знания, потому что просто любовь к теории, даже, наверное, не так. Для того, чтобы играть джазовую музыку, надо много знать. По-другому не получится. Wasabi Jazz Band, уже сегодня прозвучала информация, что сколько коллективу? Лет 15? Да-да. Я даже сейчас скажу, это коллектив Wasabi Jazz Band я собрал на втором курсе, когда учился в музыкальном колледже искусств Соколовского. Это 2007 год. Повесил объявление или так? Прошелся по знакомым, по друзьям и сказал? Нет, я учился с музыкантами. У меня была группа, нас было 7 человек, и это был тот состав, который уже нужен был. Это были барабаны, гитара, бас-гитара. Весь набор инструментов был готовый состав. То есть это получалось примерно так, в каком-то замкнутом пространстве. Ты повернулся ко всем и сказал, вы, да, наверное, знаете, для чего я вас всех здесь собрал. Да, именно. И мы вместе экзамены сдавали, госэкзамены, вступительные экзамены.
С чего все началось? История. Помнишь вот тот момент, когда Конечно, осознали? Кстати, вот джазовые коллективы, они в основном такие не маленькие, скажем так. Да, сколько, в первом составе в Wasabi Jazz? В первом составе было 7 человек, но уже во втором составе нас было 14 человек. То есть и мне даже приходилось выходить и дирижировать. Я не играл, а дирижировал, потому что 14 человек. Тот вот момент, помнишь, как это произошло? То, что вот вы уже конкретно осознали, да. Вы Wasabi Jazz Band, и это не просто где-то в комнате общежития музыкального учебного заведения прозвучало, а вы на сцене. Да, конечно. Когда нас пригласили на какой-то сборный концерт в наш ОКЦ, на Ланге 17, концертный зал, ну, выйти на такую огромную сцену, это уже, знаете, вот так чувствуешь себя таким музыкантом на уровне. И ответственность, конечно, большая. Страшно, но интересно. Помнишь первые аплодисменты? Помню. Но смутно, потому что все происходило как в тумане. Было страшно. Ну, там зал, наверное, где-то около 1000 мест. Зал был полный. Там выступало очень много музыкантов. Мы исполняли, по-моему, 2 или 3 композиции. Ну, было очень интересно, но в то же время и страшно. Ну, наверное, свой первый выход на большую сцену, особенно когда ты стоишь за кулисами, а тебя объявляют, и ты понимаешь, что все, вот он, путь на сцену, и назад уже, ну, как бы, пути нет, это неизбежно. Да. Ну, наверное, этот драйв... Драйв, да, чувствуешь, что вот она начинается, звездная жизнь. Да, и все-таки, вот историю немножко узнали, и создание коллектива, и, ну, о драйве мы потом еще попозже поговорим. Вот обычно в музыку идут те, кто там, кого родители, кто-то в семье профессиональные музыканты или там вот, мечтают из своего ребенка сделать музыканта. Есть, ну, как бы родители, которые воплощают свою нереализованную идею. Да, бывает такое. Часто приводят на занятия детей. Подожди, вот в твоем случае как произошло? В моем случае компания. Я попал в компанию, где были замечательные, интересные музыканты. Все играли на гитарах, и мне хотелось быть таким же. Я просто за ними ходил на репетиции, у них у всех были уже музыкальные коллективы, они выступали, я ходил на их концерты, ходил на их репетиции, и вот потихонечку так вот вдохновлялся, копировал. Потом попал на занятия к нашим мэтрам Александр Николаевич Цыганок, Александр Гулай, Одинцов Юрий Иванович. Я хотел чуть позже про них поговорить, но раз же разговор зашел, обычно... Вот ты знаешь, что я сказал? Компания, гитара. Вот у меня первый ассоциативный ряд — это лето, беседка и какие-то... В общем, и такое, конечно, тоже было. Дворовая лирика. И такое, конечно, было, да, конечно. И такое. И именно там я нашел этих музыкантов, которые потом привели уже в более такие профессиональные круги. Ну, хорошо, и все же... Почему джаз? Почему блюз? Это музыка Это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как ответить. Ну, я сам часто задавался этим вопросом, почему джаз? Ведь очень много интересной музыки. Я люблю поиграть и роковую музыку, тяжелую музыку, блюзовую музыку, но сердце вот полностью принадлежит джазовой музыке. Что-то в джазе есть такое, если ты вот слушаешь ее, находишь там какую-то вот такой вот... Что-то тебя цепляет, тяжело даже сказать словами, что это. Но, видимо, уже были раз и на всю жизнь. Были те люди, те учителя, вот, про которых уже немножко зашла речь, кто вот рассказал и просто разложил по полочкам, что, где и как. Да. Первый мой преподаватель — это Александр Цыганок, который научил, как строятся аккорды, как их нужно брать, эти аккорды, как их обыгрывать. Ну, а дальше уже все пошло и пошло. На концертах знакомились с музыкантами профессиональными, задавали вопросы тем музыкантам, у которых было опыта больше, чем у нас. Они с удовольствием... Музыканты очень любят делиться своим опытом, когда ты говоришь им, ты так замечательно играешь, расскажи, как ты это делаешь. И тебе уже прямо изливают всю душу. Передают все секреты мастерства. Да, все секреты мастерства. Главное сказать, что ты лучший музыкант. Давайте лучшим музыкантам, которые сегодня у нас в студии. Эти аплодисменты. Друзья, напомню, что... Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня у нас у вас уникальная возможность задать самые разные вопросы нашим музыкантам. Сейчас вот в данный момент группа Wasabi Jazz Band, музыкальная студия Drive и руководитель Андрей Васильев сегодня у нас в гостях, поэтому не упускайте эту возможность. Но также не забывайте, что наш Viber также готов принимать ваши послания.
Сегодня хотелось бы поближе познакомить с гостями нашей студии, с друзьями студии Drive и те люди, те музыканты, которые будут принимать также участие в концерте «Рождественские импровизации». Вот сегодня у нас прекрасный музыкант, вокалист, гитарист, музыкант Стас Гатилов. Больше я про него, честно, ничего не знаю. Я вот специально даже не смотрел ничего, ни в интернете, ни находил его в соцсетях. С огромным удовольствием представлю друга нашей студии, замечательного музыканта, харизматичного музыканта, аранжировщика, композитора, гитариста, вокалиста. Еще много-много можно говорить об этом человеке. Стас Гатилов. Человек, который очень много сотрудничает с нашей Стас, студией. Стас, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте немножко о себе. Если бы вот у вас спросили, кто такой Стас Гатилов, как бы вы описали? Как бы характеризовал, да? Что бы вы в анкете написали? Ну, я не знаю, музыкант, гитарист, в принципе, Андрей все сказал обо мне. То есть, я занимаюсь музыкой достаточно давно, с детства фактически тоже. Я самоучка, интерес проявил, опять-таки, 6 лет, отец привил. 6 лет взяли гитару? Нет, гитару взял чуть попозже, но музыку стал слушать, хорошую музыку стал слушать. Потому что она была в семье, она звучала, поэтому как бы, я думаю, что у большинства так, музыкантов. Вот. Потом где-то лет в 10-11 взял гитару, потихонечку стал развиваться. Хорошо, Стас, а вот что такое была на тот момент хорошая музыка вот, в 6 лет? Ну, Deep Purple, Led Zeppelin, это гидра, трехглавая гидра. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Вот, как бы это было то, что слушал мой отец, то, что он как бы очень любил, все время говорил, сынок, вот эта музыка, понимаешь? Я с удовольствием это все поглощал, как бы, кассетный магнитофон. Когда появилась гитара уже, тогда стал подбирать на слух кассетник с двумя вот этими деками, верхняя, нижняя, да, ты останавливаешь, записываешь, снимаешь. То есть таких вещей, как сейчас, не было, там интернет, все, приходилось снимать все это на слух. Это очень интересное, на самом деле, путешествие. Музыка вообще сама по себе очень интересная. Чем больше ты ее постигаешь, тем больше ты понимаешь, насколько ты как бы мало ничтожен. Вот, поэтому... Но началось все, да, с этого, именно с рок-музыки. Поэтому я ее, вот Андрей, может быть, правильно заметил, я ее как бы и проношу так, такой жилой в своем, да, в своем, да, творчестве. Даже если увлекаюсь блюзовой музыкой, в джазе я, честно, слабоват. Вот, даже если увлекаюсь блюзовой музыкой, я всегда вот эта роковая составляющая, она... присутствует. Хорошо. Для меня, как человека, ну, практически никогда не державшего музыкальный инструмент в руках, я признаюсь честно, по классу гитары в музыкальной школе я посетил одно занятие, на больше меня не хватило. С тех пор я владею хорошо только двумя музыкальными инструментами. Игра на батареях и, ну, где-то на нервах. Все. На этом мое музыкальное познание заканчивается. Так вот, вопрос. А между джазом и блюзом? Насколько велика разница? Это я к тому, что вы говорите, в джазе слабовато. Ну, она на самом деле, может быть, не так уж велика, это очень родственная. Ну, по крайней мере, для меня, я эту музыку чувствую, это родственная музыка. Нет, все правильно, она конечно, очень, это родственная стилистика. Но дело в том, что джаз, Андрей правильно заметил, чтобы играть джаз, нужно быть более подготовленным музыкантом. Все-таки в блюзе там есть свои нюансы, безусловно, есть свои там моменты, но она гармонически чуть более простая музыка, ну, мне так кажется. Ну, это простота обманчива. Нет, безусловно. То есть, конечно, как обыграть. Да, много сложностей. Там куча всяких есть замечательные блюзовые гитаристы. Ну, блюз, чем хорош блюз, что его можно начать без подготовки как бы учить, играть. Ну да, то есть начать с блюза. Многие же ведь музыканты джазовые так и начинали. То есть начинали с блюза и потихонечку плавно переходили в сторону джаза. Майк Стер, насколько я знаю. Ну, это много гитаристов. Да, крайне, которые... Но совсем скоро и вам предстоит выйти на сцену в рождественских импровизациях. А можно в качестве эксклюзива сегодня и для нашей программы, и для наших зрителей небольшой отрывок того, что же будет исполнено на сцене Белой гостиной. Безусловно, единственный момент, я немножечко подстрою инструмент, потому что гитара очень чувствительна к перепадам температур. Мы со Стасом в прошлом году Стас принимал участие во многих наших концертах, которые организовывает наша студия Drive. Вот мы провели летние фестивали, три замечательных летних фестиваля, которые называются Муздрайфест. И Стас вот принимал участие во многих из них. Я с огромным удовольствием всегда сотрудничаю с Андреем. Это великолепный музыкант, я его давно знаю, поэтому мне просто приятно играть, потому что такого уровня музыкантов, ну, мало. В Гомеле. Да, я думаю, следите за афишами обязательно. И везде, где на афише появляется Стас Гатилов, обязательно приходите. Okay.
stay when I'm dead and gone. I'm gonna rise up from the grave for your sweet jelly roll, the best jelly roll in town. You're the only man big and I'm gonna keep my temper down. Well, can I place an order for 3 weeks ahead? I'd rather have my jellies than some all-beat bread, cause I'm crazy about your jelly, the best jelly roll in town. You're the only man big and I'm gonna keep my temper down. Take all my women, you can take even more. I got a brand new secret, you can't catch it all, cause I'm a jelly roll baker. I bake best jelly roll in town. I'm the only man baking, I'm gonna keep my temper down. Yeah, I'm the only man baking, I'm gonna keep my temper down. Итак, друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». У меня хорошая новость для тех, кто только что включился на телеканал, на наш телеканал, нашу студию прямого эфира. Каждый четверг сейчас у нас будут приходить прекрасные музыканты, артисты, студии, вокалисты для того, чтобы радовать нас своим творчеством. Ну и, конечно же, говорить обо всем на свете. Сегодня у нас в гостях музыкальная студия «Драйв», художественный руководитель Андрей Васильев. Давайте еще раз, ребят, поприветствуем аплодисментами. Ну и, наверное, самое время узнать, что же за это время написали нам зрители Viber. Привет всем, любим вас и все, что вы делаете. Марина Лагута прислала это сообщение. Марин, спасибо. Привет, Марина. Так, с Мариной мы тоже очень много делали концертов и делали замечательную постановку в молодежном театре. Это было очень интересно. Я, правда, не помню, какой год, где-то, наверное, приблизительно 2012 или 2013. Это было очень интересно. Живые музыканты и артисты. Ну, я думаю, что в этом году вы также, кроме концерта «Рождественские импровизации», порадуете многочисленными будем стараться. Музыкальными и не только перформансами. Очень люблю ходить на музыкальные импровизации. Спасибо ребятам. Сообщение прилетело от Ольги. Вот вопрос, который я ожидал, и думаю, что сейчас ты дашь на него исчерпывающий ответ. Мой сын хочет к вам в школу. Как к вам можно записаться, Елена? Ну, нас можно найти в соцсетях. Так, музыкальная студия «Драйв». Либо просто позвонить по телефону, записаться и прийти к нам в студию. Наша студия находится в Дом культуры Белецкий, Севастопольская, 61А. 31 кабинет. Так что милости просим. Хорошо, но проходит ли будущее ваши учащиеся какой-то кастинг, какое-то прослушивание? Всем ли открыта эта всем музыка? Всем. Мы никаких blues прослушиваний не устраиваем. У нас есть только одно требование. Это желание. И все. Отлично. Кира прислала сообщение. Люблю этих ребят. Кира, уверен, что ребята вас тоже любят. Как вы выбираете жанры для исполнения песен? Это сообщение прилетело от Артема. От Артема. Я сначала выстраиваю программу, допустим, это там 9 композиций, 12 композиций или 18 композиций. Потом их разбиваю на темпы, потом их разбиваю на жанры. Вот таким вот образом. И я выстраиваю, допустим, 3 композиции в стиле блюз-рок. 2 композиции медленные. 3 композиции там джазовые. 4 композиции, к примеру, там фанковые. И у меня выстраивается программа. Стас, у вас также это происходит все?
Ну, примерно, когда готовите программу. Естественно, да. Приблизительно так же. Вот, слушай, у меня вот сразу вопрос. А что у тебя было по математике в школе? По математике у меня было плохие оценки по математике. Как у всех музыкантов. Да, как у всех музыкантов. Ну, просто у меня сложилось впечатление, что создание программы, особо как ты рассказал, это целый математический процесс. Да, я даже больше скажу. Я всю программу вплоть до каждой минуты высчитываю. Музыканты мои не дадут соврать. Каждую композицию я на репетиции высчитываю по секунду. Там, сколько на что бы я знал, в какое место мне ее в программе вставить, внедрить. Я даже знаю, на какой секунде кто играет соло. То есть поминутно всю программу могу свою вот расписать, рассказать. Во сколько лет ребенку лучше начинать играть на инструментах? Галина интересуется. Ну, у нас в студии, как правило, приводят вот 5 лет и старше. До 5 лет пока еще как бы сложно. На барабаны сложно посадить, ножки не достают, маленькие совсем. Надо маленький барабан. Да, надо маленький барабан, мы обязательно закупим маленькие барабаны, маленькие гитарки, и тогда можно с 3. Васаби джаз, вы самые лучшие. От Кирилла прилетело это. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Давайте еще раз поаплодируем Васаби джаз бэнд. Мой сын учится в школе у Васильева. Ему очень нравится подпись «Анна». Спасибо большое. Я очень рад, что это так. Друзья, отправляйте ваше послание к нам на Viber. Я уверен, что время зачитать и ответить на все интересующие вас вопросы еще будет. А также не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Уверен, у вас есть что спросить у наших сегодняшних гостей. А тем временем на острове Кутинеорабу в Японии началось извержение вулкана. Читал эти новости в интернете уже? Нет, не читал. Ну, я надеюсь, что все в порядке. Там. Ну, я тоже уверен, что страшного. Там у них будет все в порядке. Вообще, вот концертная деятельность, подготовка программ. Хватает ли времени еще что-то узнавать в интернете и следить за соцсетями? Ну, в основном это все связано с музыкой, потому что нужно следить за какими-то новинками, кто как играет, какие коллективы выходят, что в мире музыки творится. И в основном это все связано именно с музыкальной темой. Вот я знаю, что у вас, вот я недаром нашел эту и решил ее, скажем так, озвучить новость про природные явления, про катаклизмы, в частности, вот вулкан. Я просто знаю, что у студии Drive и у Wasabi Jazz Band... Да, у нас особая дружба... Особая дружба с природными стихиями. С природными стихиями. Прошлый год все наши уличные концерты прошли под дожди. Конечно, уличные концерты под дождь играть очень сложно, проводить очень сложно. Но, тем не менее, хочу сказать огромное всем музыкантам, которые принимали участие в наших летних концертах. Ни один концерт не отменился. Все музыканты выступили, все гости, которых мы приглашали, выступили. И ни один зритель не ушел. Это, наоборот, даже как-то нас объединяло. Мы друг дружке поближе, какими-то навесами накрывались, какими-то зонтами там. Это даже как-то пошло, наоборот, на пользу. Так что мы очень любим дождь. То есть природа сама подавала вам какие-то знаки. Вот я вас ставлю в такие предлагаемые условия. Сближала нас, всех сближала. А вы давайте постарайтесь сделать так, чтобы такие ливни, что ни одна нота не пострадала. Прямо затекала, ударная установка затекала. Мы уже думали, что наши инструменты там испортятся. Но, тем не менее, вот все хорошо, обошлось. Вот еще одну новость здесь нашел буквально несколько часов назад появилась. Сегодня стало известно, кто именно в середине мая представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2019», который будет проходить в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве. Ты в курсе, кто это? По-моему, Сергей Лазарев. Вот так говоришь, не читаешь интернет. А, ну хотя сказал, что музыкальные новости читаешь. Да, мне попадались новости. Музыкальная студия Drive. Вот несмотря на время существования... Кстати, у меня еще один вопрос для наших зрителей. Сколько же существует, вот мы про Васаби уже поговорили, сколько существует музыкальная студия Drive? Кстати, ты сам знаешь ответ на этот вопрос? Да, знаю. Друзья, у меня есть еще один сертификат. Сертификат на одно занятие, как поправил меня Андрей, на любом музыкальном инструменте. Их здесь очень много. Гитара, бас-гитара, фоно, ударная установка, перкуссии, импровизация, ну и теория. Сколько лет существует музыкальная студия Drive? Звоните, предлагайте ваши варианты ответов. И, возможно, этот сертификат достанется именно вам. Телефон прямого эфира указан на ваших экранах. Так вот, возвращаясь, ну, не к Евровидению, а к различным конкурсам. Участвуете? Участвуем. Очень много участвуем.
и в этнофестивалях, и в джазовых фестивалях, и сами проводим джазовые фестивали. Мои воспитанники всегда занимают хорошие места. В прошлом году на джазовом фестивале, значит, коллектив, наш коллектив «Старый фольварок» взял гран-при. Мы очень любим. Это достойно аплодисментов. Ну а про Евровидение, вот мы как раз со Стасом, Стас написал песню, мы сейчас делаем аранжировку, Влад у нас будет, наверное, играть на клавишах, и мы подготовим специальный номер для Евровидения, обязательно. Слушайте, а если уж на то пошло, можно ли сейчас хотя бы несколько там минут этой музыки услышать? То, что нет, это все пока в тайне, то, что мы готовим на Евровидении, это в тайне. Ну, может быть, повесь один аккордик только, вот, Влад. Мы можем только один аккорд показать. Мы узнаем эту мелодию из пяти нот. Да, вот так у нас начнется наша песня. Ну, это просто настоящий эксклюзив. То, что в студии. Доброго вечера. Именно в этот день, 17 января, прозвучали первые аккорды той композиции, которая будет заявлена на Евровидении. Стас, что следующее? Еще одну музыкальную композицию, да, на этот раз я хотел бы исполнить свою, собственного сочинения, песня, которую я исполняю также со своей группой «Астролябия». Вот она называется «Счастье» на русском языке. Я столько лет искал себя, что-то ломал, что-то менял. День это дня, чего-то ждал, просил еще, но только сейчас понял одно. Я хочу быть таким, какой я есть, хочу просыпаться снова здесь. Я хочу знать, что солнце надо мной, я живой, я живой. Я хочу видеть лишь твои глаза, хочу, чтобы было так всегда. Я хочу, как бы жизни дала сбой, быть собой, быть собой. Во всех краях искал ответ. Счастье живет, здесь или нет. Куда идти и сколько ждать? Но время пришло, чтобы понять. Я хочу быть таким, какой я есть. Хочу просыпаться снова здесь. Я хочу знать, что солнце надо мной. Я живой, я живой. Я хочу видеть лишь твои глаза. Хочу, чтобы было так всегда. Я хочу, как бы жизнь дала сбой, быть собой, быть собой. Я начинаю все с нуля. Я снова здесь. Я хочу знать, что солнце надо мной. Я живой, я живой. Я хочу видеть лишь твои глаза. Хочу, чтобы было так всегда. Я хочу, как бы жизнь не дала сбой, быть собой, быть собой. Браво! Спасибо большое. Хорошая песня, энергичная, да, ну вот так прямо всегда. И на концертах так всегда. Для драйва. Я представляю, как аплодируют наши зрители у экранов телевизоров. К 19 числу хочу вернуться, но все мы знаем, что 19 января – это не только день, когда состоятся рождественские импровизации. В этот день по старой традиции, по старинной окунаются в прорубь. Ребят, признайте честно, сами пойдете вот до концерта окунуться в прорубь? Скорее всего, что нет, потому что у нас будет саундчек, но надо обязательно. Не, ну... Я пока у меня не родилась доченька, я ходил, окунался. Да ладно?
Пока можно было лед ногой ломать, мы ходили с другом и окунались. Я однажды попробовал окунуться, ну все, поставил плюсик, что это сделано было, ну и вот как-то все, больше нету желания. Нет, ну мы специально, мы как бы закалялись, растирались снегом, там контрастный душ, обливался холодной водой из ведра, и вот раз в неделю выезжали мы. То есть здоровый образ жизни и студия Драйв, и Wasabi Jazz Band, это, скажем так... Драйв, он не может быть, как бы, надо же силы иметь. Надо, как бы, держать себя... Чтобы драйвить, чтобы делать драйв, надо, как бы... Давайте, эти аплодисменты всем сторонникам, поклонникам здорового образа жизни. Сегодня у нас в студии еще присутствует один музыкант. Я про него немножко подготовился и узнал, что он джазовый пианист, импровизатор, аранжировщик, настоящий мастер своего дела. Давай, мы начнем аплодировать, а ты его представишь. Рассказывай, кто это. С огромным удовольствием представлю также друга нашей студии. Человек, который очень часто выступает на наших концертах. Владислав Козырев. Аранжировщик, привет. Композитор, музыкант, пианист. Настолько интересный, я бы даже сказал, настолько интересный музыкант, я бы сказал, что это просто новое поколение джазового пианиста вот у нас в Гомеле, это однозначно. Я просто думал, что вот новое поколение гомельчан, оно, ну, поиграть в танчики. Нет, 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 это не про нас. Здесь все люди преданы искусству. Владислав, как получилось так, что вы и фортепиано, ну, просто стали одним целым? Здесь стоит сказать спасибо моей маме, потому что в 4 года у меня был обнаружен абсолютный слух моей мамой. И меня заботливо посадили и заботливо, значит, занимали. Не жалеете или при желании поменяли бы пианино, например, на компьютерные приставки или на что-то? Одно другому не мешает. То есть это в вашей жизни присутствует? Да, присутствует, да. А что сыграем? Сыграю пьесу, которую очень часто играл пианист Билл Эванс, которая называется «Израиль». Исполнялась эта прекрасная композиция. Вы что-то хотели сказать, я вас перебил.
Не уверен, но задавайте вопросы, скажу все что угодно. Хорошо, я вопросы, безусловно, буду сейчас, за некоторое время уделим нашему вайберу. Добрый вечер, очень интересная группа, хотелось бы побывать на концерте, пишет Дарья. Ну, про 19 число мы уже сегодня львиную долю эфира рассказываем. Ну, также обмолвились, что билетов, к сожалению, уже нет. Да, к сожалению, билетов уже нет. То, что касается концертов дальнейших, наверное, же уже расписан какой-то концертный график. Да, я просто не знаю даже, с чего начать. Столько планов. Но, наверное, самое ближайшее, интересное, что стоит посетить из наших концертов, это джазовый фестиваль, который будет проходить в Музыкальном колледже искусств Соколовского. Он будет приблизительно где-то в марте или в апреле. Так что следите за нашими афишами, обязательно приходите. Это будет очень интересное событие. Спасибо Андрею Васильеву. Моя дочь Валерия Ягур просто заболела по-хорошему гитарой. Она всегда спешит на индивидуальные занятия в студию Drive, на его репетиции группы Inside, где она играет на гитаре. Я очень благодарна Васильеву Андрею за то, что за то время, которое он уделяет детям и никуда не спешит. Она даже выздоровела быстрее, так спешила вернуться в студию. О, как происходит! Спасибо большое. Даже... Студия Drive помогает избавиться от простудных заболеваний и прочих болячек. Огромное спасибо Васильеву. Работать и находить общий язык с подростками — это не каждый сможет, а студия Drive существует так, как студия Drive существует, как студия Drive около года. Ну. Так ли это? Да, нет, не совсем точно. Чуть-чуть больше. Ну, увы, и ах-то, да. Сертификат пока остается у нас. И еще где-то здесь вот я хотел прочитать одно. Стасу адресовано. Стас, талантливый гитарист и вокалист, спасибо за твое творчество. Это сообщение прислала нам Ирина. Спасибо большое. Спасибо. Так что давайте Стасу еще раз. Катастрофически быстро пролетает время, но я с огромным удовольствием хочу увидеть и услышать с большим удовольствием еще один коллектив. Пожалуйста, расскажи еще об этой музыкальной составляющей студии Drive, которая также сегодня у нас присутствует. Еще один музыкальный коллектив нашей студии – это этноколлектив, который называется «Старый фольварок». Коллектив такой очень для нашей студии, как-то сказать, значимый, потому что очень много концертов играет, благотворительных концертов. Мы очень много ездим, занимаемся благотворительностью. И вот этот коллектив «Старый фольварок» принимает участие просто везде, где только можно. Везде, где нас приглашают, мы никогда не отказываемся, едем, выступаем. Коллектив исполняет этномузыку, авторскую музыку, а также народные белорусские композиции в современном, в своем таком вот виде. Вот смотри, а не трудно ли в одной студии... Ну, если честно, я всегда был уверен, что студия Drive — это васаби джаз-бенд, это блюз, это джаз. Но я никак не мог подумать, что вы все-таки объединяете в себе несколько музыкальных направлений. Да. Не трудно ли так вот... Да, в общем-то, я, честно говоря, этим вопросом всему никогда не задавался. У меня только одна цель. Я когда прихожу на репетицию коллектива, у меня одна цель – сделать профессиональную музыку. Если ты подходишь с таким подходом, то она не имеет значения. Этно, джаз, рок – как бы качество и профессионализм, он везде как-то вот требования одни к профессионализму. Я, друзья, напомню, что у вас есть еще некоторое количество времени, чтобы дозвониться к нам в студию или прислать сообщение к нам на Viber. Ну и, наконец-таки, правильно ответить на вопрос, сколько же существует музыкальная студия Drive. Ну а мы пока уйдем на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь. Друзья, еще одна важная информация для всех творческих людей нашего города и области. Каждый четверг теперь у нас в студии «Доброго вечера» будут собираться музыканты, артисты, певцы, представители различных вокальных музыкальных студий, музыкальные коллективы, группы. Поэтому, если вы чувствуете в себе такие силы, пишите к нам в соцсетях, будем рассматривать все предложения. Ну и, конечно же, будем рады видеть всех творческих, интересных, креативных музыкальных людей здесь у нас в студии на телеканале «Беларусь 4» на программе «Добрый вечер, Гомель». Ну и то, что касается ближайших музыкальных планов, Влад, насколько мне известно, совсем скоро, безусловно, они есть, но 19 числа также будешь принимать участие в музыкальных импровизациях? Да, конечно.
И я хотел бы всех с радостью пригласить на концерт своего квартета 7 февраля в 18:00, большой зал колледжа имени Соколовского. Я буду со своим квартетом играть программу, посвященную двум великим джазовым пианистам Биллу Эвансу и Телониусу Монку. Буду рад всех видеть. Отлично. Ну, со своей стороны могу обещать, я постараюсь тоже быть на Спасибо. Этом концерте. Андрей, то, что касается группы «Старый фольварок», вот я, например, с огромным удивлением узнал, что вокалистка Анна прекрасно поет, но она еще и бухгалтер. Аня, это правда? Да. Это как так получилось? Ну, одно другому не мешает, наоборот. Человек же должен быть разносторонним. Это безусловно. И тут говорилось, что музыканты все плохо в математике. Но, ну, значит, я исключение. Ну, хотя я знаю людей, таких же, как и я, которые совмещают такие разные сферы с первого взгляда. Но на самом деле больше я творческий человек сама по себе. И с Андреем и с музыкальной студией Drive я знакома относительно недавно, но много времени не понадобилось, чтобы понять, что это мои люди, что мне с ними легко, и мы движемся, в принципе, в одном направлении. И вот хочу сказать, вот это не лесть, это чистая правда, что у Андрея невероятная энергетика. Он ее заряжает, я думаю, тут все это почувствовали, кто с ним общается, поэтому он находит общий язык и с детьми, и со взрослыми. Я вот сижу с ним рядом, я вот могу честно и откровенно сказать, что его энергией можно отапливать малые города. Это правда. Андрей, пока ребята готовятся к выступлению, расскажи немного о композиции, которую они будут исполнять. Композиция авторская, написала ее группа «Старый фольварок», слова написала Аня. Бухгалтер Анна. Да. И мы ее сейчас готовы исполнить. Мы готовы это все услышать. Ну а пока вы готовитесь, я хочу сказать, что, друзья, наш добрый вечер, к сожалению, подходит к своему завершению. Но завтра будет новый вечер, он обязательно будет добрый. С добрым с вами же мы увидимся уже в четверг на следующей неделе. Кто будет моими музыкальными гостями? Я пока сохраню в тайне, сохраню небольшую интригу. Все узнаете, но не сразу. Ну а также присоединяйтесь к нам в группе ВКонтакте, в нашем Инстаграм. Ну и, конечно же, будьте всегда с нами на связи. Наш этот добрый вечер 17 января завершает прекрасный музыкальный коллектив в музыкальной студии Drive. Художественный руководитель Андрей Васильев. Группа «Старый фольварок». Ваши аплодисменты встречаем.
светить проводница, размовляет подорожник зёй. Зорка, зорочка моя, Музыкальная студия «Драйв». Это было великолепно. Ребята, всем огромное спасибо!